причаливаем. Я тебе умоляю, я еще пописать хотел. Думаешь, я просто так тут в воде стою? Ну, с веревкой, наверное, не просто так. Давай сюда, ребята, нет народу, давай. Все, давай, спускайся, подтягивай. Ну, один там орет, давай, другой здесь, а я тащу, блин. Убирай, 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 байдарку, убирай, ниже, ниже, убирай. Причал рыбачил апостол Андрей. Люди стоят. Здесь нормально. Все нормально. Да. Тут песчаный пляж. Ну ладно. Да, все, все, все. Все, все уже. Я же сказал, вот этот край, вот край вот этот хотел. Вот теперь в ту сторону, все, нормально. А все уже некуда уже. Все. Давай, давай, давай. А зачем? Остановились на полянке напротив Урманской стены. В прошлом году мы примерно в этом месте, рядышком, тоже останавливались. Баню. Так, у нас сегодня запланирована баня на вечер. Да. Однозначно. Вообще классная поляна, классно. Вот это вот будущая баня. Там была наша полянка в прошлом году, вот сейчас там люди стоят. А мы вот здесь вот встали. Я была нормально. Ну и там. Где там? В конце там. В углу? Ну. Ладно, давай тут, да? Не отвлекай. Я думал, будем до вечера прям идти. Нет, мы бы шли до вечера, если бы вышли с Жержу. А так мы вчера полтора часа сэкономили, да. Разве полтора часа? Ну, час пускай. То есть раньше же было как? Выезжали в пятницу вечером. Как вы уже поняли, мы дошли до Урманской стены. Здесь мы обоснуем лагерь на эту ночь. И завтра продолжим путь. И сегодня у нас еще запланирована баня. Никогда не была в бане на сплаве. Вот, я думаю, сейчас банька была бы отлично. Очень много комаров. Очень много здесь комаров и мошки. Очень красивое место здесь. Мы в прошлом году здесь останавливались, ну, как я уже сказала. Вот. Не рассказала вам историю про коптер. В общем, у Димы сломалась программа, вылетает. Здесь нет интернета, чтобы обновить. В общем, толку, что мы взяли коптер, получается, нет, потому что летать сейчас мы на нем не можем, к сожалению. Так хотелось бы и здесь взлететь, и на нашей предыдущей полянке. Леонид Павлович. Да. А как баня-то готовится? Что нужно сделать-то? Баня готовится так. Вот сейчас, вот видите, здесь находятся камни. Внизу находится топка. Вот сейчас мы топим вот здесь топку. Вот внизу, видишь? Вот сверху камни. То есть это все топится очень долго. Ну, как бы. А, уже затопили? Вот, да. Потом, когда это все прогорает, нагреваются камни, выгребаем отсюда жар весь, вот сюда. Золу, в смысле, уже? Золу, да, потому что это угарный газ. Он
вреден для здоровья, от него можно угореть. Все это выгребается, накрывается сверху тентом, и все, баня готова. По очереди заходит? Почему по очереди? Все? Все разом? Все разом можем, сколько у нас есть. А сколько человек-то вмещается? Или это зависит от тента? Это зависит от тента. А у нас на сколько? Ну вообще у нас был тент раньше, мы человек 20-30 заходили. Ого! А в этот раз? Ну в этот раз, я не знаю, тент будет у нас приходящий, поэтому, ну я думаю, человек 10 войдем. А, мы сейчас ждем второй плот с тентом. Да, да, с тентом. Мы сейчас доготовим пока баню, а они привозят тент и будут. А бегать, купаться после баньки? А баня, вот, да, вот вниз и в баню, в ванну. Ой, в ванну. В ванну. В джакузи. В джакузи. Да, в джакузи. Поэтому вот самое главное, ну, как интересно. Натопить вот именно вот это. А сколько по времени? Ну, как минимум часа два. Часа три. Два. Минимум два. Сейчас я заготовлю. Дровам пойдем заготавливать и заготовлю пихтовые веники, потому что... А, еще с вениками. Есть, в принципе, можно березовые и пихтовые. Пихтовые – это самое для бани, вот для манской бани, это самые лучшие веники. Во-первых, это запах, во-вторых, это полезные вещества, которые из пихты выходят. Фитонциды. Да, фитонциды, правильно. И вот для спины, для ног, для всего, оно очень полезно. Так что вот... Я специалист по бане, 30 лет. По манской? По манской бане. Ну вот я сколько с вами, первый раз будет. Ну, видишь, мы как бы не ну, ладно, не важно. Ну, самое главное, что будет. Угу. Вот, а то, что там первый, не второй раз. А? Ну ладно, все. Не будем здесь париться. Ну да. Как? Но сейчас вот нагреется, потом туда... теном закроют и будет парилка. И туда залазить, типа? Да. А как баба туда залезет? Ты могла поверить мне? Да. Угу. Полотенце пачкаешь. Ты уже загораешь, все, в бане. Паришься. Где? Так, наверное, не топором надо, а пилу. Таня, на Олимпиаду не устроишь. Вот ну, надо пить такими, чтобы она горела. Вот сегодня на ужин у нас будет борщ. Вот процесс приготовления идет полным ходом. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Говори, мне тоже охота это, знаешь, это на коленках ползать и мешать. Я думаю, что и прочие негативные влияния. Или места нету, где ужинать-то? Папа, ждем. Оле, 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 оле! Юля чемпион! Не-не-не-не-не! Ты стоишь поварёшкой, ёптали! Ну, кто тут против? Стол сервирован! За мной будет. Раздача борща. Да. Раздача борща. Ой. Всё, давай. Ждите следующего плота. Жижа. Очередь, у нас очередь. Конечно, когда последний раз ешь? Два, двери. Так, я тоже. Так, ели. А у тебя там перечь? Ой, смесь перца. Андрей, подай. Ушел. Бардака. Давайте спросим, кто такой? Кто такой борщичок приготовил? Ой, девчонки. Наверное, Дима. Да. Юля молодец! Оле, оле, оле! Юлия чемпион! Оле, 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 оле! А кто мужик у Юли? При ней! Да. Подъехал к нам второй плот, которого мы
в Жержеле встретили. Они будут с нами в бане мыться. Почему? А я там рядом буду. Да ты будешь спать, блин, с Петром. А мне 90 лет. Второй пилот перевез нам тен для бани. Что у нас заканчивается приготовление. Да, я думаю. Камни уже раскалились. Дымят. Я в баню хожу каждую субботу. В этот раз исключение. Баня пятница. Но так получилось, что не пропускаю. Он говорит 3 на 3, но мало. Так она будет без окон, без дверей? Конечно. Темная, по черному. По черному, да. Только зачем вам? Все. Смотри. В лесу раздавался топор дровосека. Нормально? Да. Хороший уровень. Хороший. Красивый, качественный. Ну. Я не могу. Потом... В лесу кажется, раздавался топор дровосека. Дровосек, гомосек гонял по лесу дровосека. Устал дровосек. Нет, и упал дровосек. Значит, вот это вот прям. С улыбкой на него залез гомосек. Еще бей. Еще. Держи. Нормально. Нормально, все уже, все. Отпускай меня, спасибо большое. Настоящий друг. О, блин. Что делаешь? Что ты неровно крутишь? Пацаны, а что это вы там делаете? Баню строят. Так, конструкция нашей бани изменяется. Да. У нас бытовая травма. Ну капай, чтобы не в глаз. Блин, надо же попасть. Вот тебе палец уже отрубал. Топор там прилетел. Есть, смотри. Лень, подними выше. Чего вы так? Не, он что, в глаз не тянет. Вы давайте вдвоем, стойте, его челюкайте. Бровь, нет? Может, его сразу прирезать уже. Сейчас только бегать не я. Порошок давай. Бровь целая? Сестра, кровь какого цвета? Желтого? А не желтого. Еще и смеется. Сестра, кровь какого цвета? И муха. Анестезии нет, пусть хоть так. Желтого. Я весь в крови. Повыше ручки, так, она поможет. Ира, ты не с того ракурса снимаешь. Она идет везде приключения, слушай, караул какой-то. Причем качественно, там не в какую-то другую сторону. Ты там качественно найдет приключения. Здесь сейчас мы сделаем. Медленно, переживаем, здоровый человек. И ушли такие в туман. Такие комментарии произошедшего. Леонид Павлович рубил топором, и топорище отлетело. Вот ручки и прилетело ему в лоб. Ну да, случается такая история. Зато все внимание сейчас Леонид Павловича. Это кино, выживший. А где пальчик у нас? Сколько вон? Да хватит и так красиво. Вот ты один раз хотя бы замотни. Русско-японской войны. Этого Куликовской битвы. Пойдем. Инвалидом Куликовской битвы. Пальчик! Я ветеран 3 картофелеуборочных компаний. Понятно. Иди цитрамон у тяпки, да успокойся. Я не знаю, что будет цитрамон. Тебе сейчас дадут, тебе не надо. Леонид Павлович, ну как угораздило-то так? А угораздило, я тебе скажу, благодаря Ивану. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо тебе, дорогой товарищ. Был бы другой человек, вообще бы убил. Да, вообще бы убил. А ты так просто скользом. Только немножко, да. Топором по башке получил и держит за попу. Я тоже так хочу. Ну вот, завершение сборки бани. Октябрь.
Шляпа жизнь спасла, получается. Да, вот, шевро, Кардо. Сколько внимания никогда не было. Это знаешь, что означает? Оттуда. Что хрен вы меня увезете туда? Вот вам. Отцовскую, когда на в этом выжим логе, я их бросил с этой палатки. Ну, правда, палатку поставили, что где, ну, собирали на этом. Ну-ка, быстрее. Где бросил-то? Ну, выжим логи. Где собирали, плоты? Ну, вот там. Что? Наверху там. Ну. Вот. Я поставил палатку. Я говорю, пойду молочка вам принесу. А в это время пошел ливень и с этим... С градом. Да не с градом, а просто с молния. С камнями с ним. Молния. Ну, как, ветер, да, гроза. И ливень такой большой. Я принес 3-литровую банку, они сидят в палатке с Ольгой. Прям трясутся, боятся. Я, блин, их бросил. Я говорю, я молочка принес. Да, не, ну... Они им молочка уже не надо. Тебе родственник пришел. Вот это технологии, да? Да. Батя, за это у тебя еще плюс 50 рублей. Счищают пыль, чтобы не дышать вот этим гарью грязи. Вот так вот. Все, можно только баня готова. Летом можно что сделать? Можно все, что угодно сделать. Много чего можно сделать. Короче, бери там, слушай. Я на минуту? На минуту. В общем, люди уже пошли в баню. Уже жарятся. Оттуда прям такой пар. Классно. Саму вот эту палатку банную выслали елочными... этими, как, ну, не листьями, а как они называются, ветками, вот, чтобы там сидеть. Сейчас там проведут свет. Давайте. И народ, в общем, уже заходит, парится. Молодец. Яр! Пожалуйста, повесьте фонарик наверх. Заходи, заходи. Абонемент на месяц. Подожди, у тебя на полтора. На полтора? Потому что должно быть 1, 2, 3, 4, а у тебя 3. Заходи, жарко там. Да. Смотри, видишь как? 3. На полтора месяца. Ближе руку, не видно. Фига же, прям держать даже. Горячо. На секунду покажитесь. Она принимает. Ой, ничего не видно. Где вы там? Так. Комары бы не кусали, вообще супер было бы. Рассказываю впечатление про баню. Баня классная, не сильно горячая. Вообще нет. Не сильно горячая, но очень колючая, потому что вот эти вот елки, они очень колятся, и на них сидеть очень больно садиться и больно сидеть. Вот, я вся исколотая, не столько согретая, сколько исколотая. И очень-очень круто нырнуть в холодную ману. Люди, которые с бани выходят... Да ну-ка, градусов 60, может 80, сколько? Больше 100. Да ладно. Потому что наверх поднимаешься, обжигают губы, да? И сворачиваются уши. Не знаю. Наверху сильно горячая была, мне даже кажется, дышать нельзя было. Не знаю. Ну, под 100, ну ладно, буду вам поверить. Вот. Ну. Классно в ману нырять, прям вообще вот классно. Вообще, там... Я про ману да. Ману очень теплая. Мошки столько, а, капец. Мошки вообще нету. Не, вся на мне, я ж свет зажгла. А. Ай, кусают. Давай. Вот. Что-то хотела еще сказать про баню. Про баню скажи, что? Классная. Ничего баня. Не видно только. Классная баня. Свет у нас быстро там сломался. Вот, поэтому можно смотреть только на горящие красные камни. Да, красные камни.
В общем, все здорово, все классно. Сейчас пойду уже, наверное, в какой раз? В четвертый, в пятый. Вот. В общем, рекомендуем всем. Да, да. Манскую баню. Манская маня это стоит. Манская маня. Манская маня, она стоит того. Манская баня. И маня. И маня. Ай, не кусали бы тогда, вообще было бы замечательно. Так, что-то еще хотела же сказать про маню. Про маню. Спасибо легендам за баню. Ну да, а это мы потом в конце скажем. Спасибо легендам за баню. Кстати, вот я первый раз, сколько, третий раз сплавляюсь, первый раз с банькой. Ну вот видишь, понятно. Шикардос. Легенды нашли, вот. Вас удовлетворили. Да. Люди выходят из бани, от них так прям паром, паром. Да, да. Даже потом в мане окунуться все равно. Паром. Паром, паром. Вы не шахматами же от них. Ну, да. Ай, все съели меня. Мне не хватило помыть голову. Если бы можно было еще голову помыть, здесь вообще было бы шикарно. Я дольше всех, по-моему, в этой бане просидела. Очень тепло и классно.